Она нашла меня на полу в луже крови, там же, где меня оставил Влад. Макс, очнись. Просыпайся. Смерть неизбежна. Мы ее боимся и осторожничаем. Не даем воли чувствам. Куда ни кинь, всюду клин. Ведь жизнь — это страсть. Все относительно. Зависит от времени и места. Любовь и дружба. Жизнь и смерть. Влад отвел меня к Моне под дулом пистолета. В водке, а потом у Винни не вышло. Но в третий раз ты не уйдешь. Мы не можем его провести. Башка в двери застревает. Оставьте Винни в аттракционе. Ему там самое место. Я скоро им займусь. Смешно, правда? Что? Трескался в киллершу, которая работает на убийцу твоей семьи. Любовь зла. Все субъективно. Правильное, неправильное, добро и зло. Уоден запугивал окружного прокурора, послал ему данные на проект Вальгалла. А поплатилась твоя семья. Мона вроде меня, только за Уодена убивает моих союзников. Ну и что смешного? Прости, но ты же сам понимаешь. Ты бы этого так не оставил. Эйнштейн был прав. Время зависит от положения наблюдателя. Под дулом пистолета оно замедляется. Мимо проходит вся жизнь, все разочарования. В эту долю секунды ты можешь прожить целую жизнь. Кроме того, джентльмен всегда мстит за оскорбления, нанесенные его даме. Ты же убил Уинтерсон. Во сне я был невидимым призраком, витающим возле моего собственного тела. Детектив Пейн, босс уже здесь и ждет вас внутри. Надеюсь, вы еще не завтракали? Зрелище отвратительное. Убийство в пылу страсти. Дело как раз для тебя, Пейн. Только ты сможешь его разрушить. Пуля в голову. Убийца ищет ответ, но не там, где надо. Он должен искать ответ в своей собственной голове. Подозреваемый готов для опознания. Поторопись, Пейн, или упустишь его. Сердце остановилось. Проклятие. Мы его теряем. 6 миллиграммов надежды. Заряд. Чисто. Чисто. Ничего. Еще раз. 300. 300. Заряд. Чисто. Чисто. Ничего. Доктор. Так, еще раз. 350. Заряд. Чисто. Чисто. Снова ничего. Мы его потеряли. Время смерти 2:30. Полиция Нью-Йорка. Бросить оружие. Ну и что ты будешь делать, парень? Если присмотреться, мы все в чем-то виноваты. Меня подставили. You made me strong. Да, это точно он сделал. Я сам видел. Надеюсь, ты его прижмешь. Your breath. Пожалуйста, не убивай меня. Не убивай меня. Ты победил. Победил. Забирай всю торговлю оружием. Забирай все. Только отпусти меня. Не убивай. Отпусти меня. Уинса, мой дорогой друг, давай поиграем в игру. Ты же любишь игры, правда? Игра очень простая. За каждый правильный ответ я буду снимать с твоей головы часть взрывчатки. Правильно ответишь на все, ты свободен. Ну что, идет?
Ладно, ладно. И раз уж ты в этом костюме, все вопросы будут связаны с твоей любимой телепередачей. Хорошо. Готов? Первый вопрос. Как зовут главного злодея в приключениях капитана бейсбольная бита? Демон Максвелла! Демон Максвелла! Проще простого! Молодец, Рин! А теперь, как я и обещал... Поздравляю! Я снял половину бомбы. Еще один правильный ответ, и ты свободен. Все хорошо, я справлюсь. И что за вопрос? Кто истинный создатель демона Максвелла? Доктор Энтропия, конечно. Нет, подожди. Что ты имеешь в виду? Истинный сценарист Сэмми Уотерс. Впечатляет, Винс. Но, к сожалению, ответ неправильный. Истинный создатель демона Максвелла – Джеймс Клерк Максвелл, британский физик 19 века. Нечестно! Эй, дай мне еще один шанс. Винни, Винсент, я бы рад. Но правило есть правило. Нет, пожалуйста, нет. Не убивай меня. Не убивай меня, пожалуйста. Владимир Лэм. Гейт мертв. Этого следовало ожидать. Никаких обид. Еще не поздно, дорогая. Присоединяйся ко мне, и я все прощу. Из нас выйдет чудная пара. Я король, а ты можешь стать моей королевой. Держи карман шире. Видишь, ты всего лишь однорукий бандит. Убейте ее! Убейте эту сучку! Макс, очнись, просыпайся. У тебя ничего не выйдет. Меня привела сюда пуля в моей голове.